Всем привет! Снимаю видео о сегодняшнем обновлении, которое пришло на наши сервера 15 ноября. Обновление изначально я думал как бы слабенькое, ну в принципе оно и есть слабенькое, но тем не менее. Всего лишь в обновлении несколько изменений. То есть первое основное изменение, то которое я считаю, это магические камни. Ой, магические камни. Это обычные камни. За почет теперь нам доступны не только камни, те четыре вида, которые у нас были, атаки, плюс урона, смертоносности и прочности, но дополнительно нам добавили еще камни, которые были новые введены. То есть это камни ОЗ, то есть более позже добавлены. Камни жизни, камни физзащиты, маг-защиты, снижение урона. Вот эти вот камни теперь тоже доступны. За славу, они доступны в магазине, вы можете их покупать, кому интересно, кто хочет развивать там ХП, например, на экзо или еще чего. То есть эти камни доступны, вы также можете их скупать. Также нам вернули в системе подарочные коды, то есть нам будут какие-то подачки давать небольшие, там в виде магических камней или там еще каких-то плюшек, то есть... Буду печатать на сообществе в YouTube канале, если будут подарочные коды. Обещали следующий ближайший подарочный код на 22 число, на четверг. Будем надеяться, что будет что-то хорошее, но как мы знаем, это не более там 100 камней, наверное, в сумме. Так, дальше смотрим. И еще, как ни странно, я не ожидал, но добавили магазин тайн. Как его вызвать, я вам не скажу. Я, в принципе, бил босса Дракона Альянса. И после того, как я закончил бить Дракона Альянса, появился магазин тайн. Вот у меня вот временный, он на 2 часа. Он появляется и работает всего 2 часа. В нем скидки. Скидки на вещи, я так понимаю, вещи меняются. Например, вот то, что мы можем купить сейчас в магазине тайн по скидкам. Что я вам скажу? Я вам скажу, что, например, кольцо дорого. Что одно, что второе, 5000. 1200 это со скидкой, это реально дорого. Дальше что можно купить? Черника. Черника нормальная, цена хорошая. Гриб эволюции тоже цена хорошая. Кольцо опять-таки нет. Сокровища нет. Цена большая. Дальше что у нас еще есть? У нас еще есть пак Драконьего Бога Весны, 5 штук за 800 камней, ну, как по мне, опять-таки дорого, вот за 1000 камней, и за 6000 Молотора, тоже дорого. То есть, в принципе, из этого магазина тайн я бы не покупал ничего. Вообще. Потому что, ну, реально, цены даже со скидками, реально космос, ну, очень дорогие. Не знаю, возможно, будет меняться, как сказать, разнообразие в магазине будет меняться с каждым разом. Буду смотреть, если что, напишу. Но вот, в принципе, это то, что я заметил. Ну, мне не нравится магазин тайм, скажем так. Посмотрим, кому как. Если кто-то еще что-то заметил, какое-то обновление, то говорите, пишите в комментариях. Я надеюсь, что я сказал все, что было. Если что, спрашивайте, жду ваши сообщения в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.